Не проходите мимо доброты, несите свет в себе, несите людям, пусть будут ваши помыслы чисты, и даже если кто-то вас осудит. Идите дальше, по прямой тропе, держитесь стороной судов и сплетен. Завистников так много на земле, так мало тех, кто сердцем чист и светел. Секреты счастья, в общем-то, просты, но мало с ними кто знаком, похоже. Немного в этом мире доброты, но если ей делиться, станет больше. Мама – это человек, который может заменить всех, но ее никто никогда заменить не сможет. Любовь отца исключительна. Она не похожа на любовь матери. В ней мало слов, но она бесценна. Как ни крути, а старшие братья – это круто. Болезнь всегда приносит душевную и физическую боль. Особенно тяжело в семье переживают болезни ребенка. Родители не находят покоя, когда страдает их беззащитное дитя. Несмотря на все достижения науки и медицины, не стоит забывать о вере. Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы. Наши близкие и любимые люди – это тихие ангелы, которые поднимают нас на ноги, когда наши крылья забывают, как летать. Как жаль, что доброту сейчас так редко ценят, но все же мы должны ее творить. Учит нас ценить каждый миг и каждую секунду этой жизни. У меня внутри очень много благодарности тем, кто нам уже помогал, помогает, кто на протяжении нашего пути идет с нами и кто продолжает помогать. Спасибо всем. Мы всем очень благодарны. Мы вас всех очень любим. Я благодарна просто своим девочкам, которые организовали этот концерт. Я вас очень люблю. Тебя тоже очень. Спасибо большое. Все будет хорошо, все будет замечательно, когда мы вместе, друзья мои. Нужно обязательно помогать друг другу, выручать в трудных ситуациях. Тогда все будет хорошо. Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать. Бог помогает руками людей. Есть такой духовный закон. Бог помогает тем, кто помогает другим. Берегите в себе человека. Будьте добры ко всем. Нам очень нужна ваша молитвенная помощь. Поддержите Ванечку молитвой. Молитва сильнее, когда молятся несколько человек сразу. Молитва сильнее, когда молятся всем миром.